Сегодня у Гомеля открыли новое подразделение Белинвестбанка. Яно специализируется на кредитовании нерухомости и работе с VIP-клиентами. Для нашего региона это уникальная кропка по оказанию банковских послуг, связанных с финансованием будовництва и набытия уласного жилья. До того же сёлета Белинвестбанк долучился до программы адресного субсидирования нерухомости в рамках указа номер 240. За 8 месяцев 2018 года выдача кредитов по этой линии перевысила 4 миллиона рублей. Лишь в ближайший час планируют увеличить утроя. Тему протягне Евгения Кухаронок. Урочистое вертание у родные стены. Отделение Белинвестбанка по адресу Советская 48 знову отчинило свои двери для жихаров Гомельской области. Новоселье стало знаковой подеей для супрацовников и керавництва банка. 65 год тому, у снежня 1953-го, у этом будинку было открыто центральное отделение Держбанка СССР. Наступным господаром тут стал как раз Белинвестбанк. Мы приняли решение возобновить работу офиса именно здесь, потому что это с этим зданием связана история банковского дела в Гомеле. Безусловно, сегодня очень много сервисов банковских уходит в онлайн. Мобильное приложение, в интернет-банкинг. Но есть услуги, которые требуют хорошей, качественной, детальной консультации со специалистом банка. Это ипотека, это сложные банковские продукты, которые комфортно обсудить в условиях нового офиса. И вот именно для таких сервисов мы это подразделение и открыли. Отделение специализуется на оказании комплексных послуг у сферы нерухомости. Тут працуют персональные менеджеры, которые с индивидуальным подходом подбирают варианты финансирования будовництва альбо набытия уласного жилья. Одразу же на место клиентам предоставляется список пропонов нерухомости от партнеров банка – Гомельского дома будовничного комбината, управления капитального будовництва, а так само приватных забудовщиков. У нас подписаны соглашения, и мы будем расширять дальше сотрудничество с основными застройщиками в части предоставление льготных процентных ставок, льготных кредитов по отдельным объектам. В части 240-го указа, та динамика, которую мы показываем, начиная там, с апреля, с мая месяца, она уверенно позволяет мне сказать, что вот этот инструмент, эту господдержку мы будем активно предлагать гражданам. И это то, что надо сейчас жителям, особенно нуждающимся, особенно отдельным категориям, которые предусмотрены вот этим указом. У банка добре налажена система документозвороту с местовыми органами улады, тому кредит оформляется оперативно. Комфортные умовы, у яких оказывается весь спектр послуг, связанных с нерухомостью, призваны притягнуть клиентов. Звичайно, человек один раз у житті набывает власне жилье и подходит до этого грунтовно. И, каб отказный крок был зроблен докладно, Белинвестбанк запрошает свое новое отделение у Гомелі. Акрамя гэтых адметных функций, офіс оказывает все звычайные банковские послуги для физичных особ. Им же доступны и VIP-сервис. Так само тут ажитявляются операции по приеме выручки от субъектов господарання. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио компания Гомель.